На семейном бюджете вряд ли отразится, но понять все плюсы и минусы нововведения можно будет позже. В сфере общественного транспорта грядут большие перемены. Во всех крупных городах региона планируют ввести электронные проездные билеты. Такая система уже действует в нескольких населенных пунктах, таких как Ангарск и Усолье-Сибирское. По мнению инициаторов нововведения, электронные проездные помогут лучше контролировать пассажиропоток. Накануне проект был направлен главе региона. Если идея получит у него поддержку, электронные билеты могут появиться в том числе и в Иркутске.